Принципы нашей работы – это забота и уважение. И каждый, кто обращается в центр, должен получить качественную услугу и быстро, оперативно решать свои проблемы. На официальное открытие после капитального ремонта главного офиса МособЛ ЕРЦ в Одинцовском округе на Новоспортивной улице 10 приехали лично министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский и глава муниципалитета Андрей Иванов. И Владимир, готовы под общие аплодисменты? Есть! Торжественное открытие произошло. Организация располагается здесь с сентября 2016 года. После проведенных работ на площади 360 квадратных метров расширили зал ожидания. В зоне прием населения теперь 11 основных и 3 дополнительных окна обслуживания. Добавлен еще один санузел. Вход оборудован пандусом и звонком вызова для маломобильных посетителей. В зале ожидания появилась электронная очередь, а также терминалы для оплаты и внесения показаний. Основные вопросы счета. Разные. И переоформление лицевых счетов очень много, и договора энергоснабжения, и внесение показаний, проверки счетчиков, просто консультации по начислениям, выписки, справки. Огромная работа проводится в муниципальном округе Одинцово. Начинали мы с 30 тысяч лицевых счетов, сейчас это 230 лицевых счетов тысяч. Большая работа. Хочу поблагодарить еще раз всех и поздравить всех с этим замечательным открытием. Теперь офис МособЛ ЕРЦ отвечает всем новым стандартам качества. Ежедневно его могут посещать около 300 человек, а среднее время обслуживания каждого – от 10 до 15 минут. Помимо него в округе действует еще 15 офисов очного обслуживания и 2 мобильных – в Горках Вторых и Лесном Городке. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».